У нас слаженная работа. Одну минуту очистить стол. И продолжить делать всякие чудесные вещи, например, варенье из фейхоа, которое мы даже варить не будем. Зимой у нас сезон фейхоа. У него запах земляники, ананаса. Но если просто так его есть, не всем понравится вкус, он такой специфический, немножко вяжущий. Но спелое фейхоа, оно вкусно и в таком виде. Даже если у вас не очень спелое, вы можете из него приготовить чудесное варенье. Оно может послужить начинкой в тортиках или просто десерт к чаю. Для начала нам нужно будет его разрезать и убрать лишние части. А фейхоа — это фрукт или ягода? Что это? Кажется, это фрукт. Саша, бери нож, и мы сейчас подготовим наши плоды. Фейхоа очень много йода, и поэтому оно темнеет при разрезании. И мы приготовим с ним очень полезную сладость. И очень-очень вкусно. Когда вы выбираете фейхоа, нужно немножечко размять плод, он должен быть слегка мягким. Либо можно купить твердое, оно дозреет. Как хорошо иметь помощницу, пока она режет плоды фейхоа, я могу сделать тесто для круто. И осталось сделать очень простую вещь. Засыпать тростниковым сахаром или медом. Один к одному сахара и фейхоа. И размалываем блендером.